Контент пошел. Раньше у меня голос другой был. Раньше лучше было. Клинк, если мы с тобой стреляться будем, кто победит? Че, сейчас с девочкой встречаешься какой-нибудь? Не знаю, как посмотреть. Сейчас я откручу худ. Давай, речь. Инг, давай в другую игру пойдем. Давай договоримся, что это наше последнее видео. Это все? Конечно, нет. Я позавтракал, умылся и сел с тобой играть. Так и надо всегда делать? Да, это потому что я люблю тебя. А тебя тоже. Спасибо. Давай сходим на концерт Александра Ревы. Мне нравится мой мужик Нави. И чем он тебе нравится? Тем, что он как я. Актер? Да. А ты в фильмах какого жанра снимаешься? Различного. Ну, в принципе, как и он. Оу май. Инка, дай шляпу. Скажи, пожалуйста. Пожалуйста, Инка, дай шляпу. Спасибо, я тебе ножной прибор сейчас отдам. Обувь будущего? Я что, теперь в будущем? Да. Автоматические штуки. Нормально. Я их сниму, пожалуй. Хочешь жить настоящим? У тебя сколько количества пинга в данный момент присутствует? 18, 17. У тебя много герцов в мониторе? 144. Но главная особенность данного ноутбука является не только экран, но и его начинка. So good and tasty. Особенно проц и графика. И то, и другое тут от AMD. Давайте посмотрим, что внутри. Не буду мучить вас с зачитанием всех его характеристик, вы видите их на экране. Нет, ну вот только посмотрите на этого красавца. HP Omen с самой топовой графикой AMD Radeon 6000. Ноутбук, на который должны обратить внимание не только геймеры, но и животные. Что? То есть, но и создатели контента. Для записи видео, монтажа, стриминга, работы с 3D и других задач. Я поиграл на нем во все игры, которые меня интересовали, в новинки и просто требовательные игры, даже объективно не очень хорошо оптимизированные. И в среднем ниже 60 FPS на высоких настройках я нигде не видел, чего более чем достаточно, например, в сюжетных играх. Хотя изначально я даже думал, что придется снижать настройки. В онлайн же играх FPS, понятное дело, в 2-3 раза больше. Я также попробовал отрендерить видео и не ожидал, что это будет так быстро. На моем старом ПК этот процесс бы занял в 2-3 раза дольше. За последние годы доля AMD выросла в игровых ноутбуках по всему миру в разы. В России, например, за 2021 год доля AMD составляет 40%. Об этом говорят продажи и опросы покупателей. Рынок очень сильно поменялся, и теперь не обязательно брать решение только с графикой NVIDIA. То, что Intel лучше, AMD греется и вот это вот все, это давно мифы и устаревшие стереотипы. Можно в этом убедиться, посмотрев на результаты тестов. AMD не уступает конкуренту, а во многом даже превосходит их. Линейка мобильной графики RX 6000 серии на сегодня одна из самых быстрых для ноутбуков. Она позволяет использовать все преимущества архитектуры RDNA 2, играть с высокой частотой кадров, работать и создавать контент там, где удобно. Иди спать. Связка процессора Ryzen и видеокарты Radeon, благодаря ускоренному обмену данными между AMD, делает данный ноутбук еще мощнее и раскрывает весь его потенциал по максимуму. Maximum speed. Что касается внешнего вида дизайна, дело вкуса, но лично мне такая строгость и минималистичность очень нравятся. Качество материалов и сборки очень высокое. Приятная клавиатура с приятной подсветкой. Уровень шума и температуры при нагрузке приемлемы. В наушниках вы вообще ничего не будете слышать. Посмотрите на эту систему охлаждения сзади. Я, конечно, не техноблогер, но через меня прошло уже немало ноутбуков, и я сам работаю за компом. Поэтому HP Omen меня очень приятно удивил. Это однозначно один из лучших ноутбуков 2022 века. Если у вас есть семья, дети, работа, учеба, именно ноутбук станет таким универсальным местом работы и отдыха. Тут съемка видео запрещена. Поэтому, если вы задумывались об апгрейде или покупке нового ПК, ну нахер. Или не дай бог Steam Deck'а. Вы знаете, у меня что-то аж голова заболела какая-то хуйня.
то лучше обратите внимание на ноутбуки HP Omen. Это мощное и готовое решение. Мой совет – всегда выбирайте в первую очередь ноут по компонентам, которые нельзя апгрейдить. Например, по возможности лучше сразу взять ноут на будущее с хорошим экраном, процессором, видеокартой. А оперативку и SSD, например, уже докупить потом, если почувствуете, что вам не хватает. В зависимости от цели использования ноутбука, данная картинка поможет вам правильно подобрать процессор. На выбор есть несколько моделей с разными конфигами. Но, как обычно, не верьте только мне, посмотрите другие обзоры и отзывы и убедитесь во всем сами. Как-никак, это важная покупка и к ней надо подходить с умом. Я же рекомендую данный ноутбук на базе AMD каждому из вас. Спасибо NVIDIA, что подогнали данный ноутбук для обзора. Присмотреть себе конкретную модель можно по ссылке в описании. Помнишь, мы раньше прыгали в буткемпы, в файнанны и всех зачищали? Да. Сейчас почему не умеем? Раньше лучше было. Это называется розовая ретроспекция. Раньше у меня голос другой был. Ты будешь со мной дальше играть, когда у меня голос по дяденьке станет? Я тебе буду рассказывать, где по тетенькам хожу всяким. По тебе? По тебе? Нет. Wow, that's crazy. Что происходит? Мы это так одновременно сказали, блин. Давай подальше от тебя отойду, а то вдруг ты взорвешь сейчас. И бом-бом. Нинк, что ты ко мне подходишь? Террорист, блин. Взорваться так и вести. Давай, давай. Аллаху Акбар! Я, кстати, твой мем про Китай из прошлого видео понял только благодаря комментариям, когда это видео опубликовал. Смотри, какая погода красивая. Погода японская довольно-таки. Хорошо, что не китайская. Ну да, была бы китайская, было бы минус 500 социального рейтинга, минус 2 миски риса и минус 1 кошка-жена. Ууу, посмотри наверх! О! 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 Oh, that's good. Остановились прямо у меня в упоре, где я на карте. Ага, все, они не знают о тебе, но возможно за это по мне. Нокнул. У меня в упоре, в упоре. Я тоже умер. Я не умер, я тупой, я лег. Ну вот, наконец-то. Теперь хоть человеком стал. Линк, если мы с тобой стреляться будем, кто победит? Дружба. Это правда. Ну или тот, кто хорошо кинет гранату. Я этот осколочную гранату брать не буду. Почему? Ну, потому что обезьянка с гранатой — это довольно плачевная ситуация. Я лучше вектор возьму. Ты помнишь, как я тебя на викинде гранаты случайно убил? Смок, откиньте, пожалуйста. Что? Что? Сори, Инк! Я их ей нечаянно кинул. А какого хрена? Эй! That's pretty good. Я ракетницу нашел в первом здании. Я могу прямо сейчас вызвать БДСМ, вызываю? А БДСМ нужен нам. Контент пошел. А, вот вижу, падает. Bruh. Он упал на крышу. О, получилось! Она теперь наша! Поехали! Что ты сделал с БДСМом, Инк? Ну все, приехали! О, FPS! Оптимизация! Пойдешь в армию? К сожалению, да. Я же здоровый человек. А, не, я психически нездоров. То есть не пойдешь? Да, я еще мужеложеством являюсь. Что, сейчас с девочкой встречаешься какой-нибудь? Да. Рассказывай, рассказывай.
Нет, тебе не расскажу. Целовались все же? Давай, говори. Не расскажу тебе, ты другим расскажешь. Ну хорошо, за ручку держались? Ну, разумеется. Ну, целовались? Ну да. Ты считаешь, она умеет целоваться? Я считаю, что я умею целоваться. Скромный. Проверять я, конечно, это не буду. А почему? Вот если бы мы были в Камбодже, здесь бы рос кокаин. Хорошо, что мы не в Камбодже. Или плохо? Не знаю, как смотреть. Камень какой красивый. Не думал, что буду рад камню в PUBG. Ну, у тебя тиммейт камень. Нет, у меня тиммейт бревно. Все, гони. Не-не-не, ты гони, пожалуйста. Не хочу. Давай донбин-пик, давай этот камень-ножницы-бумага, вот так называемая. Давай. Значит, три. Раз, два, три, бумага. Камень. Поехали. Да. Я думал, эта штука ломается. Аптек у тебя сколько? Ноль. На, две скинул. Спасибо. Теперь три. Подожди, тут зеленый фон. What the fuck? Это хроматей, давай съемки проводить. Иди сюда, оператор. Сейчас я откучу худ. Давай, речь. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами на связь вышел член из аппарата президента. Сегодня мы будем вам вещать важную обстановку. Обстановка у нас следующая. Все хорошо. Я тоже доволен. У меня тоже все хорошо. Инг, давай в другую группу пойдем. Давай. В какую? Да не знаю. Какие у тебя есть предложения? Кто-то два не предлагать, да? Более отвратительного занятия и придумать нельзя. Короче, Мордхау. Чё-то знакомое. Там на мечах воюешь. SCP-SL — это ролевая игра. Но не порнушка. Тебе не рассказывать про чё там? Ну, если не порнушка, то нет. Но я не играю в игры порно. А что, папок, это не порно? Ark Survival Evolved. Майнкрафт. Смотри, трюк нашел. Ты будешь играть со мной в Dark Souls? Если ты сюда заберешься, то да. Отойди. Nope. Ты не отошел, ты меня подпёк телом. Ты в Left 4 Dead со мной играть будешь? Можем в Back 4 Blood поиграть. А если бы я к тебе приехал бы домой и сказал бы, давай на вениках сражаться? Смотри, наше предыдущее видео с трудом набрало 40 тысяч лайков, которые мы просили. Все похерилось! Ставьте лайки и подписывайтесь! Поэтому я предлагаю поменять условия и снизить ставки. Давай договоримся, что это наше последнее видео по PUBG. И если это видео наберет 30 тысяч лайков, то мы пойдем с тобой в другую игру. Я создам опрос в сообществе, и люди пусть проголосуют и выбирают. Что скажешь? Ну, вообще, мое мнение лично, то, что подписчики выберут все, что им самим интересно, это хорошо. Ага. Тем более, если это выиграет опрос, и многие люди все-таки выберут одну игру, то, скорее всего, игра будет хорошая. Поэтому, да, идея крутая. Вот я даже маску сниму, вам лицо свое покажу. Воу, это что, фейс ревил? Да. Наконец-то мы узнали, как ты выглядишь. Могу вообще полностью раздеться, если хотите. Не-не-не, это лишнее, надевай, блин, сейчас забанят.